Родственники знаменитостей. Сын Малинина, внук Пьехи. И вот однажды на фабрику приехала правнучка Шаляпина. Ну, давайте знакомиться. Светлана Шаляпина. Ну, как Шаляпина? Со стороны дедушки Шаляпина, со стороны бабушки Поддубная. Ну что ж, ребята, это ваш звездный дом на ближайшие 3 месяца. В этой комнате будут жить мальчики, а в этой девочки. А я? Светлана, ну вы же девушка. Соответственно, будете жить в комнате с девушками. Не вижу логики. Я девушка и хочу жить с мужиками. Ты и ты. Срочно найдите мне мужиков. Ну, я думаю, вы подружитесь. Ну, мальчики, у кого какой тембр голоса? Голос. А кому вообще нужен этот голос, если у тебя есть талант? Талантище. Его не спрячешь за какой-то там голос. Если у тебя есть месседж, то ты не лузер. Ты хедлайнер. Да у меня их 5. 5 этих голосов, я их постоянно слышу. Скажите, а почему все оперные певицы такие большие женщины? Ну это чтобы, когда поешь, назад не отбрасывала. А может, ты нам что-нибудь споешь, подружка? Да, мальчики, поздно уж, спать пора. Ну, спой тогда колыбельная, чё? Конечно, спой колыбельную. Хорошо, колыбельная. Пролилась кровь, вот черти тащат наши души. Зачем лукавого послушал, сие убийство совершил? Боюсь усну. И не проснуться. Спокойной ночи. А давайте ее задушим. Нет, а давайте ее утопим. Нет, а давайте ее отравим. А давайте спать. Давайте. Светочка, вы будьте подобрее с ребятами. Ведь вы же хорошая девочка. Вон у вас такая игрушка замечательная. Вот и договорились. Сейчас на эту сцену выйдет замечательная девушка, прекрасная актриса, такая тонкая и такая ранимая Наташа. К этому сольному выступлению Наташа готовилась всю свою жизнь. Давайте же поддержим ее, ведь сейчас решается Наташина судьба. А вот и я! Че, начали что ли уже? Я тихонечко. Что давай, что ты не сутулься? Спину прямо, грудь вперед. Ну, что там у тебя есть? И давай, давай. Стой! Давай! Раз, два. Ты. О! Теперь я знаю, ты. Я ж не знала. Чуя. Чё,
ж теперь делать, да? По твоей. Да тут работать и работать. Давай, милая. Давай. Давай. Судьбе. Ну, давай, давай. Пройти. Решилась Наташина судьба. Дорогие друзья, а я приглашаю на сцену Светлану Шаляпину. Ну, наконец-то! Ха. Я тут подумала и решила, буду петь вместе с прадедушкой. Много песен слыхал я в родной стороне. В них про радость и горе мне пели. Журнальцы песен память врезала мне. Это песня о работе. Заканчивает фабрику звезд и по контракту эмигрирует в Италию. Спасибо! Спасибо вам отдельное! Ведь благодаря таким, как вы, люди никогда не перестанут слушать Чайковского. А ну как, Теркин? По дедушкиной линии, конечно, Теркин. А по бабушкиной — Рокоссовской. Эх вы! Кто ж так танцует? Вот как надо!